Управлять клиентскими базами посредством технологии распределенного реестра позволит разработка британской финтех-компании Billon для бюро кредитной информации. Бюро принадлежит группе ведущих польских банков и отслеживает около 140 миллионов кредитных историй жителей Центральной и Восточной Европы. Бюро уверено, что блокчейн преобразит способы обмена конфиденциальными данными между финансовым сектором и клиентами. С конца прошлого года блокчейн-архитектуру Billon тестируют 8 польских банков. Система способна публиковать более 150 миллионов документов ежемесячно. Напомним, что в сентябре 2017 года в проект The Billon Group Европейским Союзом было инвестировано более 1 миллиона евро.